4 августа. Аэродром Южный. 8-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Продажа билетов в салонах Евросеть. Подробнее на сайте www.zvezdopad.su. 26 июля в караоке-баре «Тише, тише» состоялась пресс-конференция 8-го международного фестиваля фейерверков «Звездопад». Организаторы подробно рассказали о мероприятии, ответили на вопросы представителям СМИ и зарегистрировали фотографов для участия в фотоконкурсе. Фестиваль состоится 4 августа в городе Смоленске на аэродроме «Южный» при поддержке губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского. Шоу-программа в 17:00. Чемпионат фейерверков в 21:30. Музыкальными фейерверками зрителей будут радовать команды из России, дальнего и ближнего зарубежья. Подробнее на сайте www.zvezdopad.su. Приходи, будет восхитительно! Дорогие друзья, состоялась пресс-конференция 8-го фестиваля фейерверков «Звездопад». Приходите, будет мега-позитивно. Подробно о конференции смотрите в описании. Фейерверки дядя Гриша.